Да. Коротко. Руслан, я уважаю храбрость. Я уважаю храбрость. И вы храбрые люди. Но я 7 раз был в зоне боевых действий. Секунду. Для того. Я отвечу. Я был там по согласованию с украинским руководством. Для того, чтобы не было боев в Донецком аэропорту. Помогло? Руслан, я сделал для этого все. Отдельно. 22 июня мы сели за стол переговоров и договорились о первом очень непростом перемирии, которое, к сожалению, продлилось 10 дней. Кто нарушил? Подождите. Кто нарушил? Борислав, я закончу. И мы 1 июля готовились ехать дальше в Донецк. Когда начались боевые действия, мы 2 июля готовились лететь в Минск. Я еще раз говорю, кто-то очень хотел воевать.